Я привилась спутник ВИ. Первый компонент я получила. Реакции никакой не было, хотя у меня тоже есть хронические заболевания, да, были и противопоказания, но в любом случае контакта никто не исключает. Поэтому я решила привиться и получила прививку спутник ВИ, первый компонент. Реакции у меня никакой не было, температуры не было. Я как была на работе, так и осталась на работе, да, на больничный лист не выходила. Нам надо защитить наше население. Вы знаете, что если мы все не провакцинируемся и если у нас не выработается коллективный иммунитет, то мы остановить эту инфекцию, коронавирусную инфекцию, больше никакими методами не сможем. Заболеваемость, как вы сами знаете, слушаете СМИ, смотрите телевизор, знаете, что заболеваемость у нас растет, коронавирусной инфекцией, очень много осложнений. Чтобы не допустить таких осложнений и чтобы не допустить этих заболеваний, прошу вас всех приходить и вакцинироваться. Мен вакцина салдыру себебим, жұрттың бәрі сау атқасын, ауруға қарсы, өзім денсаулығым үшін, балашағам үшін салдырып атырым. Мен тоз поликлиникада неден жаңа осы жерге қараламыз, бәріміз балашағамызбен. Салдырсын бәрі, бұл ешқандай не емес деп ойлаймын. Өзіміздің денсаулыққа да жақсы. Вообще анау айтып отыр ғой, иммунитет, бүкіл елдің иммунитеті үшін салдырып алдым.